Всем привет, меня зовут Настя, и вы попали на канал Restyle Studio. И сегодня я расскажу вам про антитренды сезона осень-зима 2019-2020. Во-первых, я хочу сказать о том, что не стоит относиться слишком серьезно к понятию антитренды. Также, если вы нашли такой антитренд у себя в шкафу, тоже не стоит пугаться. Если вам эта вещь нравится, носите ее. Просто если вам важно выглядеть актуально, старайтесь осовременить ее более трендовыми и более модными вещами. Ну а если вы готовитесь к покупкам на осенне-зимний сезон, то именно от этих вещей я рекомендую вам отказаться. Кроме того, я напоминаю, что антитренд – это совокупность факторов. Свитер или джинсы не могут быть антитрендом. Антитрендом будет какая-то конкретная модель, которая имеет свои особенности. Если я говорю слово «пуховик», это не значит, что пуховики вышли из моды. Это значит, я буду говорить про какой-то конкретный пуховик, поэтому дослушивайте обязательно. Ну и давайте не будем долго останавливаться на вступлении, начнем. И первая вещь, про которую мы поговорим, это свитер с пришитым кружевом внизу. Вообще вещи с пришитыми какими-то деталями, пришитым воротничком, пришитым кружевом внизу, они из моды вышли. Сейчас гораздо актуальнее и гораздо рациональнее для вашего гардероба, если вы наслоите вещи друг на друга самостоятельно. Например, возьмете блузу с бантом и наслоите на нее свой джемпер. В этом случае у вас две вещи работают в гардеробе и отдельно, и могут работать вместе. В случае со свитером, которому пришито кружево внизу, вы уже ничего не добавите. Эту вещь можно носить только соло, и к тому же смотрится она уже не очень современно. Заменяем, соответственно, такой свитер на любые варианты актуальных свитеров, и если мы хотим создать эффект многослойности, мы создаем многослойность, а не ее иллюзию. Кроме того, что многослойность для зимнего гардероба – это еще и практично, потому что вам будет тепло. Антитренд номер два – это парка с меховым капюшоном. Пожалуйста, обратите внимание, что это именно парка с огромным цветным мехом. Вот именно такая модель вышла из моды. В целом, сама парка – это всегда актуальный вариант на холодное время. Но если у вас есть на ней прямо такой объемный гигантский меховой капюшон, отстегните с него мех, уберите и носите ее с удовольствием еще несколько сезонов. А если вы рассматриваете парку к покупке, то, пожалуйста, обращайте внимание на модели, которые не столь активно декорированы мехом. Следующий антитренд – это короткий, но пышный тренч. Это тренч, у которого достаточно прилегающий верх. И дальше идет такая расширяющаяся юбочка, она прямо ложится складками. И еще она и достаточно коротенькая. В этом случае обычно даже длинные юбки тренча, если можно так сказать, смотрятся не очень хорошо и не очень современно. Но если вам хочется женственный вариант тренча, вы можете выбрать силуэт расклешающий, как юбка, но при этом тогда у верха должен быть небольшой объем, верх не должен прилегать к телу. Я, кстати, выбрала для себя именно такой тренч. Мне очень нравится, что он выглядит женственно, у него крупные, даже немного округлые лацканы, но при этом у него присутствует объем, он слегка оверсайзный за счет фиксации на талии, он не добавляет объем, но при этом у него присутствует некоторое расклешение, и за счет этого он смотрится очень изящно. Также среди антитрендов у нас джинсы, скинни из тонкого, тянущегося денима. Только такая модель. В целом джинсы скини носить можно, если они у вас из плотного денима, без выбеленных каких-то частей и со средней или завышенной посадкой. Сочетайте их с какими-то более объемными вещами, и вы будете выглядеть отлично. Да, в тренде абсолютно другие джинсовые модели у нас, но тем не менее скини, если, опять-таки, они из плотной ткани, это один из вариантов, который может быть в вашем гардеробе, они даже могут быть в вашей базе. Но главное – правильная модель. Наш следующий антитренд – это тонкий кардиган. Вообще, кардиганы сейчас в моде, но если это кардиган объемной вязки, кардиган как будто с мужского плеча. Это может быть даже кардиган средней вязки, не слишком плотный, который мы даже можем использовать как джемпер, заправляя в юбку или брюки. Но если это кардиган из такого тоненького трикотажика, который облегает ваше тело, это абсолютнейший антитренд. И если вы хотите выглядеть актуально и носить кардиганы, пожалуйста, выбирайте варианты, которые не слишком плотно прилегают к телу и хотя бы такой средней вязки, не самый тонкий вариант трикотажа.
Следующий наш антирейтинг вошла шуба из ламы, либо под ламу, с таким длинным ворсом, с достаточно широкой за счет этого ворса линии плеч, с таким квадратным прямо силуэтом, который не украшает ни одну фигуру. Вы все прекрасно знаете эти шубы, их все носили, носили, заносили, и они стали реальным антитрендом. Выбирать натуральный мех, выбирать искусственный мех – это ваше личное дело. Но, пожалуйста, когда выбираете шубу, откажитесь от такой модели из ламы и отдайте предпочтение более современным моделям. Кстати, говоря про мех, не могу не сказать о том, что жилетки, гусенички, жилетки такие пышные с активными поперечными линиями, они тоже из моды уже вышли. По той же причине, их было слишком много, их носили все, и это вещь, которая попросту всем надоела. Опять-таки, шуба из поперечных кусочков, достаточно нейтральная, из искусственного или натурального меха, может отлично смотреться, если у нее не такие акцентные полосы и если у нее более спокойный покрой и не жилет. Продолжая тему верхней одежды, хочу сказать про кожаные куртки. Кожаные куртки из тоненькой-тоненькой кожи, достаточно плотно сидящие по фигуре, из моды тоже давненько достаточно вышли. Гораздо более стильно на вас будет смотреться куртка-косуха из более плотной кожи. Кожа сейчас очень актуальный элемент гардероба, и если вы хотите вещь из тоненькой кожи, отдайте предпочтение рубашке или даже блузе из кожи, или юбке, или брюкам, или шортам. Вариантов на самом деле море, но в качестве верхней одежды оставьте варианты из кожи поплотнее. Продолжая тему кардигана, не могла не сказать про другие варианты трикотажа в обтяжку, которые многим так хочется использовать зимой. Это и свитера в обтяжку, это и платье свитера в обтяжку, и также это водолазки в обтяжку. Вещи по фигуре носить можно, и сейчас есть даже тенденция на подчеркивание верхней части. Но здесь речь не идет про вещи, которыми мы просто себя обтянули так, что видны очертания даже нижнего белья. Наша задача выбрать лучше вещи с трикотажем на размер больше, но чтобы между трикотажем и телом был воздух. От этого ваша фигура, поверьте, не проиграет, если одежда будет мягко обнимать, а не обтягивать ваше тело. Я здесь хочу обратить ваше внимание, что речь не идет про оверсайзный крой. Речь идет именно про легкое подчеркивание линий тела, а не обтягивание. А мы идем дальше. Следующий антитренд у нас это брюки узкие, заправленные в сапоги. Вы можете мне сказать, что, Настя, вообще-то мода на брюки в сапоги вернулась, и будете правы. Но когда это брюки более объемные, заправленные в широкое голенище сапога, которое заканчивается практически под коленом. Если мы говорим про джинсы скини, например, заправленные или узкие брюки, которые вас обтягивают, заправленные в сапог до середины голени, это будет смотреться плохо и не актуально. Если вам хочется использовать такой стилевой прием, то вы можете взять современные сапоги-трубы и заправить в них прямые или даже немного объемные брюки, чтобы сверху прямо оставалось даже небольшое наслоение. Именно таким образом носить брюки в сапоги сейчас максимально актуально. Но помните о том, что обтягивающие брюки в сапоги мы не заправляем. Продолжаем тему наших антитрендов, и следующая у нас на очереди шапка. Как я заметила из своей практики работы с клиентами, когда ко мне приходят клиентки и говорят о том, что «Настя, шапки мне не идут, не предлагай», я методом вопросов выявляю, что шапки они носили такие, знаете, обтягивающие, спортивные, которые просто убирают весь объем волос и лишают наше тело естественных пропорций. И это влияет на то, как вы вообще видите по-другому пропорции своего лица и своего тела в такой шапке. Поэтому такие шапки я не рекомендую не только по причине того, что они вообще практически никому не идут, а еще по причине того, что такие спортивные тоненькие шапки, обтягивающие, очень сложно сочетать в комплектах, они мало с чем смотрятся хорошо, кроме спортивных элементов. И есть большое количество стильных головных уборов, шапок с чуть большим объемом, которые позволят вам и наслаждаться теплом, и будут сочетаться с вашими любимыми пальто, парками, шубами.
хочу остановиться еще на таком антитренде, как сет из шапочки, шарфика, перчаточек одинакового цвета, одинаковой вязки с каким-нибудь одинаковым декором. Как и украшения, которые у нас абсолютно совпадают, например, серьги, кольцо, кулон, браслет, и все из одного комплекта, все из одного металла, все с одним декором. Это вышло из моды. Это то, что сейчас не очень актуально, поскольку у нас макротренд достаточно давний, так называемый mix and match. Это значит, что самый актуальный вариант – это сочетать разные вещи в образе, сочетать стили, сочетать люксовые и недорогие бренды, сочетать аксессуары, сочетать разные металлы. То есть интересные сочетания – это одна из глобальных тенденций. Шарф может быть одного цвета с шапкой, если, например, у них разная фактура. И завершают наш рейтинг антитрендов кожаные лосины. Мы уже с вами проговорили, что кожа очень актуальна, и кожаные брюки в том числе. Это могут быть брюки больше по фигуре, это могут быть достаточно объемные брюки. Все это актуально. Но если мы говорим конкретно про кожаные, такие обтягивающие прямо лосины, это тоже то, что ушло в прошлое. Если вы выбираете кожаные скинни, то убедитесь, что между вашим телом и брюками есть немножко воздуха. Не бойтесь добавить себе объем. Наоборот, такие вещи смотрятся гораздо более изящно на фигуре, чем вещи, которые просто невероятно обтягивают ваши ноги. Опять-таки, натуральная кожа, искусственная кожа. Здесь правила каждый выбирает для себя сам. Но главное, чтобы вы выбирали правильный покрой. Те брюки, которые будут служить вам в гардеробе, в разных комплектах, которые будут отрабатывать свою стоимость и которые будут делать ваши образы актуальными. Я рассказала вам про главные антитренды осени, зимы, будущего сезона. Я нарочно не использую какие-то горячие тренды, которые отходят, потому что искренне считаю, что если вы не стрит-стайлер, которому важно носить на себе только все самое острое, актуальное, вещи могут служить гораздо дольше, чем 1-2 сезона, даже если они сейчас не на пике. Я вообще за рациональный гардероб, поэтому то, что какая-то вещь, которая была очень популярна, по моему мнению, выходит из моды, я такого говорить никогда не буду. И я надеюсь, вы солидарны со мной в этих антитрендах. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, с чем вы согласны, с чем нет, и что для вас будет антитрендом будущего сезона. Только, пожалуйста, пишите корректно, я переживаю за негативные комментарии, честное слово. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Спасибо огромное, что посмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем до встречи!